Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Сегодня у нас воскресенье, уже вечер. В понедельник, ребята, у нас заканчивается неделя, будет откат, но я буду работать, поэтому не уверен, что мы с вами попадем на буст. Поэтому делаем сегодня по максималке, что успеем. Так, ну что, во-первых, заберем награды. Так, отлично. Заходим сюда, забираем реворд, который мы с тобой заслужили. Так, сразиться в боях, это мы обязательно сделаем. Давай колоду еще откроем. В данный момент у меня сколько откатов? По-моему, 12, если я не ошибаюсь. Наконец-то я посмотрел и здесь все видосики, да? То есть я получил 3 карты, 3 колоды даже. И, если не ошибаюсь, на энергии тоже у меня ничего не осталось. Да, ребята, все видосы сегодня просмотрел. И в данный момент у меня 11 откатов. Так, нам нужно с тобой что? Прокачивать Шархана, дальше продолжать. Где же он у нас? Вот. И надо вот здесь вот. Короче, 10 магнитофонов нам нужно с тобой, да? Ну, поехали, 10 магнитофонов. Не уверен, конечно, что мы сейчас с тобой здесь найдем, хотя, судя по тому, как они нам выпадают, магнитофоны мы можем даже сегодня собрать. Но там еще понадобятся потом кружки. Вот с кружками будет уже, наверное, посложнее. Ладно, разберемся чутка попозже. Сейчас пока делаем, что делаем. Так, видеомагнитофон валит просто, смотри, грудой на меня. Сколько там еще нам нужно? Еще 2. Еще 2, ну-ка. Не надо только вот сейчас вот, ага. Последний дайте, пожалуйста. Я говорю, последний дайте мне, пожалуйста. Вот, отлично, друзья мои, магнитофоны нашли. Остается только найти 11 кружек, но это уже будет в следующий раз. И мы прокачаем с тобой тигриный глаз, это у нас пассивка, да, до 5 ступени. Ребята, в данный момент сила воздействия увеличится на 20% на время боя. Это на 4 уровне. Ну что, мы с тобой нашли, давай заберем реворд. Так, поднять уровень персонажа. Уровень персонажа поднять. У нас с тобой, ой, 12 тысяч мутагена. Мало, конечно, но кого-нибудь мы сможем. Интересно, пульверизатора сможем? Во. 68 уровень он у нас получает. Ну, а мы с тобой забираем остатки роскоши и сразу бежим на лигу. Потому что нам нужно здесь с тобой взять топовое место, чтобы мне хватило, как говорится, и поработать, и не боясь того, что меня скинут, и мы с тобой окажемся в Лиге Мастеров 2 звезды, и не фуловая будет награда. Так что, поехали. Так, ну, как ты понимаешь, тут практически все будут 79 уровня. Так что особо выбирать нам не приходится. И берем нашу боевую команду. Кстати, у нас 500 долларов, я могу себе купить еще 20 телепортов. Если захочу, а я, наверное, захочу. Хотя, может быть, нам этого хватит. Кто его знает. Если хватит, то отлично. А если не хватит, будем покупать. Ну что же, начнем, конечно же, с массовых атак. И первым в бой вступает Усаги. Давай, родной, не подведи. Отлично, сделал просто по красоте. Постепенно урон повесил абсолютно на всех. И, оу-оу-оу, тихо, Донни. Я думал, что мы всех добьем, но, видишь, не тут-то было. Так, вот я не могу понять, почему Ванька Стенанка все-таки с кастетами ходит. Причем кастеты золотые. Разве такое было в мультике? Я вот не помню. Скорее всего, было. Но почему именно кастеты? Ладно, граната там, автоматы, пулеметы, да, там, гранатометы, но кастеты. Типа такой конкретный боевик, да? Ладно, берем с тобой опять этих наших персонажей. Здесь вот так вот. И, наверное, возьму я сюда. А я вот рискую, ребята, взяв Джастина или Кирби. Пускай-ка лучше у нас останется здесь тигр. Хотя на самом деле и Тимати-то тут как бы не в тему. Согласись. Сейчас будет Маузера, у них инициатива-то, я знаю, тоже хорошая. Они могут первыми бомбануть. И будет плохо нам. Но им нужно будет выжить еще. А, они не выживут. Тут, по-моему, никто не выживет. Хотя нет. Бибопчик и Роквелл. Ну, они... Подожди, подожди, подожди. Как это? Еще и хиляется, да? Ты посмотри на эту свиноту. А ну-ка. Понятно, у него же иммунитет.
Я захотел его застанить. Ага. Тимати, куда ты лезешь? Видишь, тут тебе не дано его просто пробить. Вот. Леонардо совсем другой разговор. Просто-напросто легко на изи его разрубил. Ну что, тогда двигаемся с тобой дальше. И первое место нужно мне. Первое, ребята. Я еще вечером зайду. Точнее, не вечером, уже, наверное, завтра утром. Надеюсь, еще успею перед работочкой добить, потому что 100% меня за ночь сбросят. А там еще полдня впереди, да? Потому что откат где-то происходит в 2 часа дня. То есть до этого времени тоже как-то нужно дотянуть. Но я заметил, что с лиги мастеров 3 звезды не очень быстро идет спад. Не так, как, например, в Сёгунах или еще где-нибудь, или в Самураях. Там уже чисто топчик сидит, и он как бы уже занял эти ниши, свои места, и им, как говорится, уже воевать не за что. Поэтому они могут себя по чуть-чуть немножко скидывать. Ну, или какой-то вновь прибывший сильный персонаж, да, который выбился только, например, в эту лигу, да, в лигу мастеров 3 звезды, может кого-то подтеснить. Но это случается так редко, поэтому из-за этого и происходит очень медленный спад. Потому что в данный момент ты видел, да, где я нахожусь, 89-я позиция, по-моему, у меня была. А вчера вечером я играл за кадром. Была у меня, по-моему, 79-я. То есть за ночь и полдня меня сбросили всего лишь на 19 ступенек. Я считаю, что это нормально. Ну, ночью, правда, тоже не особо играют люди. Как бы, понимаешь, да? Удивляться здесь нечему. Большинство играет, конечно же, днем. Поэтому в дневное время больше вероятность, что тебя сбросят. Так, ну что же. У нас с тобой еще 10 откатов осталось. И совсем немножечко, чтобы попасть в самый топчик на первое место. Так. Сейчас мы с тобой... О-о-о-о, не надо, Хан, не надо. Вот зачем ты это сделал, а? Вот зачем ты мне, блин, понизил защиту, а? На моих бойцах. Вот тебя об этом просили? Аглоед ты этакий. Еще и постепенного урона на него не повесили. Хотя тут уже все, ребят. Ихняя песенка спета. По полной программе мы их расколбасили здесь. Ну и двигаемся потихонечку с тобой дальше. Потихоньку, полигоньку. Кстати, ребята, на втором канале все-таки я допрошел армию зомби 4. Сегодня последняя серия выходит там. Также у меня по Spiritfarer вышла серия. Мы потеряли с вами там одного духа. Точнее, не как потеряли. Он обрел покой. Тоже интересно, заходи, можешь посмотреть. Так, и сегодня, если я успею, наверное, поиграем в Gear Tactics. Уже надо его пройти и браться, скорее всего, за Westerland 3. Хотя это, опять же, под вопросом. Ну что, друзья мои, как ты видишь, 17-й ранг у нас с тобой. Хотя, мне кажется, мы, наверное, будем проходить на втором канале все-таки Минеатор, да, про акулу. Давно она у меня куплена, давно висит. Вообще, заметил, я самые первые почему-то покупаю игры и самые последние их прохожу. Но это, наверное, связано с тем, что просто некогда, друзья, некогда. Если бы не работа, да, то, конечно, было бы времени намного больше и больше бы всего проходил. Но совмещать очень тяжело. Надо и отдыхать, и играть, и вообще какие-то, да, домашние дела делать. Как бы это не основное мое, это удовольствие. А если ты делаешь это уже превращаешь в свою работу, это становится, ну, в тягость. Так, погнали. Я думаю, что... Нет, Крис, скорее всего, выживет. Да ладно. Почему-то я всегда думаю, что выживет тот-то персонаж, а на самом деле получается совсем наоборот. Как раз выживает тот, о котором я даже и подумать не мог. Ладно. Так, двигаемся с тобой тогда далее и смотрим, что у нас тут получается. И... Слушай, я думаю, после этого боя, скорее всего, у нас будет топчик. Должен быть. Ну, возьмем, наверное, вот Люциана. Давай вернем своих наших бойцов последних. Возьмем вот этих вот. Нет, Майки не будет, вот так вот. И если мы сейчас не зайдем в топчик, придется сделать еще один бой. Как говорится, поставить жирную точку. И надеяться, что мы с тобой так и закончим недельку. То есть у нас с тобой будет фулл реворд, фулл награда. Там будет очень много платиновых осколков. Но нам еще придется с тобой подождать недельку, чтобы мы смогли кого-то прокачать в платиновый ранг. Да? Да. Хотя я смотрю, у нас недели эти. Может быть, из-за того, что я
сидел на больничном, пролетают дни. Вот когда ты работаешь, они тянутся вечно. Когда у тебя выходной или еще что-нибудь, они просто пролетают моментально, друзья мои. Просто пролетают. Ты не успеваешь даже посмотреть. Вот я буквально недавно сел, да, на больничный. Уже, считай, 2 недели пролетело. Я даже не заметил, понимаешь? Не увидел. То есть время летит. Ну что, друзья мои, как я вам и обещал, мы с вами на первом ранге в мастере 3 звезды. Это максимальная у нас, да, как говорится, максимальный ранг по лиге. Так что все окей. Что мы можем с тобой здесь приобрести? Давай зайду в магазин, посмотрю в предметах. К сожалению, ничего. К сожалению. Так, что у нас по монетам? Опа, по монеткам можем взять 3 ДНК на нашего Леонардо классику. Друзья мои, еще разочек набираем. И Лео у нас, не забывай, получает фуловую 5-ю звезду. Золотую. Это круто. А вот кого мы потом будем качать, это для меня самого, если честно, вопрос. Наверное, будем все-таки Майки прокачивать, да? Или Майки, или Дони, либо классику. А может быть даже Рафаэля. Ну, я думаю, что мы там с тобой уже ближе к телу определимся. Ну, здесь все ясно, кто у нас будет прокачиваться. Конечно же, пока Рафаэль, видение. Тоже, кстати, осталось всего лишь 7 ДНК на него найти, и мы его прокачаем. Так, что у нас там по испытаниям? Все пройдено, да? Здесь мы... Ну да, здесь очень сложно. Очень сложно. Хотя так хочется, ребят, но... Сам понимаешь, да? Двумя персонажами, это Усаги и Железноголовым, пройти 5 волн или сколько там, 3. Ну, это мне не под силу. Мы можем с тобой сходить вот сюда и крутануть рулетку, если ты желаешь. Серия получается, конечно, коротковатая, потому что нам больше с тобой делать нечего. Понимаешь, в данный момент у нас все пройдено, все испытания. Ну дай мне вот хоть... Вот все равно дает там, где одно ДНК. Вот хоть бы раз дал. Ну он вообще-то давал, на самом деле, и не раз. По 3, там, по несколько ДНК. Но это было очень редко. Опять ты мне, да, на кейсе становишься. Вот сюда ты никак не мог перепрыгнуть, да, на Рокстеди. Вот обязательно нужно остановиться там, где не нужно. Кто бы в этом сомневался. Сейчас на... Ну надо же. Хотя Рафаэль, по-моему, мне не нужен, он у меня прокачанный. Что еще можно тут замутить? По испытаниям, да, мы можем с тобой немножко формануть. Так, давай-ка сделаем это дело. Кружка выпала. Кружка мне нужна, но, конечно, не такой ценой. Оу, Леонардо Космос. Майки Космос. Давай-ка вот сюда перейдем. Ой, не-не-не-не, не сюда. Вот сюда. Опять Леонардо Космос. Нехило, нехило. Ноутбук Дона, ну зачем? Да иди ты. Так, еще 2 попытки, ребята. 40 жетонов и... И все. И все. Да, друзья мои. Так, а сколько у нас тут пицца, но я, по-моему, ее... Да, я ее не собирал даже. Так, секундочку. У нас есть еще возможность сходить в смятение, но... Ну, давай немножечко поиграем. Так уж и быть, уговорил. Я просто хотел пойти сейчас играть в Gear Tactics. Пройти. Надо проходить ее, ребята. Там не знаю, сколько еще уровней осталось. Я думаю, что еще дофигища. А из учета того, что мы с тобой проходим очень-очень редко. Ну, там на самом деле пока один из нас прошли, да, вторую часть. Сейчас Spirit Farer очень усиленно бомбим. Inmost до этого проходили. То есть, ну, тратили время на что-то. Сейчас Westerland. Я посмотрел, у меня знакомый проходит ее. Игра, конечно, сложная. И, наверное, не каждому понравится. Это вот заядлым стратегом, наверное, так скажем. Там же как стратегия РПГ идет. Смесь такая. Так что не знаю, буду ли я вообще ее проходить, или все-таки обойду ее стороной. Может быть, все-таки миниатор, или как он там, миниатор называется игра про акулу. Может быть, ее все-таки начнем проходить. Хотя она уже пройдена всеми не один раз. Ну, для себя я, наверное, все-таки поиграю. Так. Добили. Все, ребята, отлично тут получилось. Единственное, что нам нужно с тобой кого-то подхилять, потому что тут очень мало здоровья. И я как бы не хочу этого персонажа терять.
Пройдем, наверное, с тобой первую вот эту вот локацию, да, круговую. Да, наверное, пройдем и в следующей серии пройдем еще. А может быть, даже вот сюда дойдем, до Шреддера. Ну, чтобы было по-честному. Да, ребята, у нас у Майки очень мало здоровья. Здоровье. Что у меня с этим? С речью? Не договариваю, не последние эти буквы куда-то съедаю. Как будто не выспался, да? Так, ладно. Главное, чтобы... И смотри, что они делают. Они именно нападают на Микеланджело. У нас хилка есть, кстати? Или нет? Нету. Вот это, кстати, плохо. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так с тобой. Кусь-кусь. Пробить пробьем. Пробьем. И этого ж... Нет, лучше я захиляюсь. Лучше мы с тобой подлечимся. Окей. И, ну, добьем этого кланфутовца несчастного. Он здесь нам не нужен. Переходим на последнюю волну. И здесь у нас... Ох ты. Его надо пробить. Чего ж так не вышло-то? Ну-ка, если мы бомбанем ракетами. Отлично. Плюс понижение атаки. А атака понижается у них очень сильно, насколько я помню. Так, вальнули. Добьем. Отлично. Этого тоже уничтожим. Да, он промахивается. Очень сильно понижает он атаку противникам, друзья мои. Это именно Армагон. Так что есть смысл прокачивать тоже до 7 ступени. Но это тяжело найти вот эти все элементы. На самом деле. Без прокачки как бы здесь особо не сделаешь ничего. И без прокачки именно не моих вот этих персонажей, которые 90-й, 80-й уровень, а тех, которые 50-й, 60-й уровень имеют. Вот именно их нужно прокачивать. Там дух, там еще что-нибудь в этом плане. Потому что испытания все время разные и разные условия нужны. Так, давай-ка мы с тобой. Эть. А еще разок. Эть. И не мог повесить постепенно урон. Ну, ты серьезно, что ли? Армагош, хорош. Чего ты так делаешь-то? Все завалили. Переходим с тобой к следующим. Хан. Тихо, друзья мои, Хан. Он бы тут как бы не нужен, у меня еще у Ромагоши меткость понижена. Давай-ка сделаем с тобой, наверное, массовую атаку. Нахлобучим их. Ну-ка. Угу. А Хан еще не упал. Отлично. Так, муха, почему ты выжила, а? Мутагеноид. Ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Хоп-хоп-хоп. Оу! Ты видел? Армагеддон. Ой, Армагеддон. Армагон просто его схавал. Просто взял серию укусов и мутагеноид упал. Блин, уже язык заплетается. Армагеддон, Армагон, мутагеноид. Все в кучу это собрали. Офигеть. Бывает, друзья мои, бывает. Так, ну что, у нас с тобой остается 1, 2, 3, 4 боя. Ну, я думаю, что... Пицца у нас с тобой, ну, просто за глаза. Нам хватит здесь не один бой сделать. А почему я вдруг решил взять Армагона к себе? Вместо нашего, как говорится, Бакстар Стопмана. С чего это вдруг я поменял, а? Нашу команду. А вот это плохо. У них накастована броня. Давай-ка мы с тобой сделаем тогда уклонение, на всякий случай. Подстрахуемся. Так, два удара делай. Ага, минус броня. Давай теперь вот этому снимем броню. Завалим. Ах ты, не получилось. Джастина, кусани. Сколько там? Два раза. Шикарно. И начинаем пробивать. Да что ж ты будешь делать? Да ну, он еще... Что он делает? Массовую атаку. Окей. Армагон, почему ты там дергаешься? У тебя ничего нет уже. Блин, опять здоровья мало. Надо хиляться. Только вылечишься, да? И на тебе, опять все заново. Ну что, добиваем этого хорька и вот этого. Нормуль. Двигаемся дальше. Последняя волна у нас здесь. И кто там будет? Паукус. Ну, я думаю, что лучше нам... А давай массовую сделаем. Они все тут нам мешаются. Все. Сразу избавились с тобой от мусора. И остается основа. Вальнули. Ну и паукус, конечно, тоже упадет.
Отлично, друзья мои. Так, ну я сейчас не пойду на черепашек, потому что у нас потрачена с тобой хилка. Плюс у нас нету сейчас уклонения. Мы пойдем в сторону Шреддера. А, у нас еще... Ну да. Мы пойдем с тобой в сторону Шреддера, после вернемся на черепашек, на классику. Так, как бы тут... Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Я надеюсь, Бакстер Стокман не упадет. Не сделает, так сказать, оплошность. Блин, этот гриб, ну, он сразу начинает атаковать. Так, Кирби, кстати, тоже, я помню этого противного Кирби. Тогда он взял и уничтожил кого-то, я не помню. Помнишь, с прыжка, с полета своего он в кого-то у нас врезался и подбил. Это было, конечно, для меня просто неожиданно. Что он там, хилялся, да? На тебе. Вот гриб неугомонный, а. Бомбит потихоньку мне Бакстер Стокмана, но... Ничегошеньки не получится у него. Так, давай с ним заканчивать здесь. Так, переходим на последнюю волну. И здесь у нас... Вау. Тигр. Так, тут надо делать, наверное, массовые атаки, хотя нежелательно. Нам нужно приберечь, потому что мы с тобой после этого боя идем... На классических черепашек. Ну, тоже нам нужно здесь сохранить хп побольше, потому что мы же не пойдем туда под ранками. Уклоняшку, естественно, тратить не будем. Вот одну из массовых атак потратить можно. Так, я боюсь, что Рахзар сделать может прыжок. Нет, уже ничего не сделает. Так, две атаки должны добить. Отлично. И этого, все. Вот теперь можно спокойно отправляться на черепашек. У нас с тобой есть уклонение, потому что Майки успеет его повесить. Он один из первых будет, как говорится, делать удар. Так что все отлично. Поехали. Раз, два, три, четыре. Можем взять Армагона. Как вариант. Да? Возьмем? Возьмем. Не будем рисковать Бакстером Стокманом, потому что у него мало хп. А Армагоша, я думаю, сгодится здесь. Так, ну что, приступаем. Уклонение, как я и говорил, это в первую очередь. Ну а теперь бомбим массовыми атаками. Желательно подбить нам сразу Рафаэля, потому что он может выхилить команду вражескую. О, Майки, ты даже ничего не стал делать. Ну, извиняйте тогда, скорее всего, Дантелло. Ага, нет. Что-то вообще как-то легко разобралось, если честно, ребят. Просто на изи, сам даже не ожидал этого. Тем лучше для нас, и мы с тобой переходим уже к Шреддеру. Сейчас мы его забомбим. Где он? Вот он. А сейчас мы его с тобой бомбанем хорошенечко, да? И все, можно будет заканчивать, в принципе, видосик. Больше нам, так сказать, ловить здесь нечего. Ну что же, Шархан. Хиляться нам не надо. Плюс две атаки у Майки. Окей. Массовая атака, по-моему, только лишь... Подожди-ка. А, нету. Даже у Армагона нет ее, прикинь. То есть мы вообще без массовых атак с тобой здесь. Ха, молодцы. Пришли к Шреддеру. Ну, хотя Шреддер, ребята, получит свое. Мы его обычными атаками тоже забомбим довольно легко. Лишь бы он кого-нибудь просто не пробил. Уклонения нет у нас. Вот это плохо. Вот это плохо насчет уклонения-то, да? Ну что ж, погнали. Я сделаю, наверное, баф на всякий случай. Защитку плюс контратака. Надеюсь, повесится. Да, отлично. Ну что же, пробивной от Лео. Воу. А если укусь? Ну что, это за укусь такой был, а? Все. Какой-то ватный тут оказался у нас Шреддер. Мы его так быстро запинали, даже я не ожидал. И довольно легко с тобой прошли. Ну что же, остается у нас второй, как говорится, круг испытаний, который нам нужно будет пройти. Но я думаю, что это мы с тобой уже в следующей серии, да? Вот этот вот круг. Ну и сам Крэнк. Да, я думаю, так будет оптимально. Ну что, дорогие друзья, тогда давайте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!